Эйшки, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Неркин, и добро пожаловать на мой супер-шикарный, супер-крутой сервер. Я не знаю, как я сюда запрыгнул, но ничего страшного, будем начинать. Бум, погнали! Много из вас задавался вопросом: Неркин, куда ты пропал? Почему ты не снимаешь на своем сервере? Он у тебя очень крутой. Я знаю, что он не очень крутой, потому что он у меня недавно обновился, и теперь у меня новый дизайн на сервере. И знаете что? По этому поводу я решил заснять некий видеоролик, потому что мой сервер обновился, он стал более крутым, более чокнуто круче, чем другие. Я даже не знаю, почему я так сказал, но потому что это мой супер шикарный сервер, вы можете попробовать зайти, и там можете играть сколько вам угодно, и также встретить меня. Кстати, друзья, знаете что? По этому поводу, потому что у меня обновился сервер, я спрятал здесь на сервере небольшую фигуру Entity 303. Я думаю, многие знают, кто такой Entity 303. Если кто-нибудь не знает, то тыкните в описании или в аннотации, где-то вот на экране, узнаете, кто такой Entity 303. И знаете что? Те, кто найдут эту скульптуру, эту статую, эту фигуру Entity 303 на моем сервере, то вы сможете стать администратором на моем сервере и также получите от меня суперкрутой приз в виде 30 разных ключей от бумкейсов, разных с питомцами, с эффектами и также с донатом. И вы можете получить это бесплатно. Так что бегом искать на мой сервер, ссылочка будет в описании. И также все информация также будет в описании. И сегодня я ради вас открою небольшие кейсы. Это кейсы с донатом, также кейсы с питомцами и также, понятное дело, что кейсы с эффектами. Это будет очень круто, если кому-то не нравится, то вы можете смотреть. Но я надеюсь, вам понравится и вы поставите этому ролику лайк, потому что я знаю, вы мои самые крутые подписчики. У меня даже голос начинает простать немножко, но ничего страшного. Как видите, здесь играет народ, он за мной ходит. И знаете что? Те, кто играет на моем сервере, я буду раздавать бесплатно ключи от бумкейса доната. Например, эй, дружище, где ты там? Я не вижу, где ты? Где вы все? А, вы полетели за мной. Смотрите, вот, держи. Тебе от бумкейса с питомцами, тебе... Выбрасывать звезду ада запрещено? Что? Администратору сервера запрещено выбрасывать? Вы что, издеваетесь? Это же я, ну-ка. Нет, а не выбрасываться. Ладно, я пофиксю этот вопрос и буду выдавать вам всем. А могу их тебе алмазики дать? Да? Вот держите, вот тебе алмазик, и тебе алмазик, и вот тебе алмазик также. Держи, вот мне не жалко, вот для вас всех мне не жалко, потому что вы мои зрители, вы мои друзья. Я с вами общаюсь и много провожу времени на сервере. Уже буду проводить, потому что у меня появилось много свободного времени. Это будет круто. Че ты смотришь на меня? Ты кто вообще такой? Ты вообще кто такой? Начать игру? Да нет, мы будем открывать суперкрутые кейсы с донатом. И знаете что? Вот наш первый кейс с донатом. И давайте посмотрим, что у нас здесь выйдет. Потому что это очень знаменательный момент. И мне уж очень, прям уж так, аж сердце выпирает. Не знаю, посмотрим. Давайте нажимаем на кнопочку. Бум! Смотрим, что нам выпадет. Меня уже просто колотит. Почему-то я не знаю, ну что может не выпасть. Это полет. Не упал полет, шикарный. Теперь я могу... Ну, я, в принципе, и мог летать, да? Но я открыл полет. И это шикарно. Боже ж ты мой, да ну нафиг. Почему у меня розовые оттенки на моем лице? Это не мой скин. Кто там вообще перепутал мой скин? Почему-то у меня розовый вот нос, я не знаю. Ну, хотя бы бороду оставили, это уже плюс. Так, хорошо. Давайте еще откроем один кейсик за натом. Я надеюсь, что мне будет какая-то крутая, просто не... Офигенская, просто офиген. Ну-ка, это палка. Палка, что же означает палка? Ну-ка посмотрим, палка это горячий, это горячий. Сколько у нас горячий? Это 50 рублей. В принципе, кейс с донатом сейчас стоит намного дешевле. Он стоит вроде бы 30 рублей. И получается, если вы получите горячий, то вы в плюсе будете на 20 рублей. И, блин, все статусы, которые вы хотите почитать, будут в описании, потому что есть группа ВКонтакте, где вы можете вступить. И там же также посмотреть все другие донаты, которые описываются. Давайте посмотрим, давайте еще раз откроем еще один супер шикарный кейс. Что у нас будет? Что у нас будет? Вы мне скажите, что у нас? Так, листики, алмазные мечи, дополнительный шанс. Так, стрела. Стрела, естественно, я не знаю, что она означает. Но мы сейчас посмотрим, что это. Это огненный. Огненный, мне кажется, побольше стоит. Это 70 рублей. Друзья, здесь ничего не подкручено, потому что здесь вроде бы нельзя подкрутить, если не ошибаюсь. Потому что, ну вот, если бы я знал, я бы подкручивал, понятное дело, каждый ролик себе. Ну давайте посмотрим. Я просто обычный человек, который зашел с обычного аккаунта. И давайте посмотрим. Если кому-то кто-то будет не верить мне, потому что я админ, мне подкручит, я могу создать левый аккаунт, зайти в ночью, кому никто не сказав, и просто открыть кейсы, купить за свои деньги реальные кейсы и получить подкрывать кейсы, потому что, ну, чтобы вы
убедились сами в этом. Я получил статус пламенный. А пламенный, о черт, 400, мать его, рублей. Мы с вами в плюсе на 350 рублей. 50 рублей, точнее, не, стоп, не на 350 рублей, а на 320 рублей. Господи, вы только вдумайтесь в это все. Также, если кого-то у меня снимает, будет снимать и играть на моем сервере, то вы получите статус ютубера. Это от 5000 подписчиков. Это будет реально круто, вы сможете даже со мной поснимать на каких-то роликах интересных, потому что много буду снимать на своем сервере, так что заходите, вы встретите там меня. Ну, давайте еще раз один откроем кейсик. И я даже уже, я закрыл глаза, я снимаю без веб-камеры, но я вот закрыл глаза, я не вижу, вот когда там. Ну, я не знаю, ну, давайте вот сейчас откроем, что у нас земля. Это креатив, я получил креатив, и я смогу брать любые блоки, строить любые писюны на моем сервере. Это очень плохая шутка. Ну, ладно, кто-то играет вообще с конем на плечах. Где-то еще другие кейсы, давайте посмотрим. Кейсы с донатом, это стоп, а где кейсы? Это тоже кейсы с донатом, а где кейсы? Стоп, стоп, я потерялся, где кейсы там с питомцами? С донатом еще, а где кейсы с питомцами? А, стоп, это что такое? Это ежедневный бум-кейс, который бесплатен, доставлен. Нет, стоп, не доставлен. Это бесплатен каждому, кто играет на моем сервере. Ну-ка, попробуем его открыть. Вам нужен ключ. Стоп, а ключ? Стоп, какой ключ? Ключ, эй, это же бесплатный. Ключ на сайте. Это же ежедневный бум-кейс. А, у меня, походу, нету ключа, блин, он дается каждое утро. А, вот, кейсы с питомцами, также кейсы с эффектами. Давайте, у нас есть кейсы с питомцами, и что нам выпадет? Это белое яичко, слава богу, не мои, и мы узнаем, что нам понадобится. Ну-ка, давай. Ну, было белое яичко, и что это? Это скелет. Супер, черт побери, скелет. Если не ошибаюсь, если я введу вот так вот, пет, то должны были pet help. Стоп, неизвестная команда, как это? А где мне выбрать твой суть? Так, хорошо, основное меню, здесь есть вроде бы еда, магазин, страница 2, кейсы с донатами, получить ежедневный кейс. Ну-ка, где мой ежедневный кейс? Вот, ежедневный кейс, господи, почему мне ваши эмеральды? Мне нужны ваши эмеральды. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще. И это что у нас? Разные непонятные штуки, красные красители, также панцири... Алмазный меч, что это? Алмазный меч, это меч героя, ну-ка, меч героя, и сейчас кому-то он достанется, потому что я не хочу его, я хочу подарить его вам, и это меч, герои, шарпнес 5 и файр аспект 1, ничего ж себе, мне что-то написали на Gmail, о господи, на Gmail написали, хорошо, кому-то достанется меч героя, вот, за мной сходит скелет, стоп, это мой скелет или нет? Нет, это не мой скелет, но, друзья, держите, вам меч героя! Ну, подобрал, молодец, мистер Слайм подобрал, и что еще? Где же, меню, и давайте посмотрим, где наши питомцы, другие команды, телепорт в шахту, донат скидки, нет, это нам не нужно, телепорт мир края, телепорт нижний мир, а где же, стоп, где же мои питомцы? Я разобрался, как мне работать с нашими питомцами. Мы просто берем, нажимаем pet/pet, потом пишем on, мы включаем наших питомцев. И также после того, как мы выбили какого-то, например, у меня выпал скелет, мы потом пишем /pet и также название вашего питомца, скелет. И также мы можем его переименовать, вот за мной ходит скелет, и почему-то у него красная кровь после него. Я не знаю, может это скелет-женщина. Супер крутая шутка от Неркина. И давайте попробуем еще кого-нибудь открыть. Например, вот я хочу еще раз открыть кейс с питомцами. О, стоп, это не тот ключ. Ничего страшного, ключ с питомцами. Давай-ка посмотрим. Ну-ка, я хочу виллиджера, давай. Ну, пожалуйста, помоги мне. Я не знаю, кто. Неркин, помоги мне, чтобы у меня выпал. Это зомби. Черт, я не хотел зомби. Блин. А вот сейчас, смотрите, я сейчас пишу pet и пишу зомби. Отлично, теперь зомби за мной следует. Ничего себе. Черт побери, еще последний раз, и все. И давайте, вот, это опять не тот ключ, черт побери тебя. Открываем еще один, давай. Вот, отлично, давай, ну-ка смотрим, что же нам подопадется. Я вот жду, вот, прям предвкушение. Так, это лавовый слизень. Вот, а вот как он называется, если честно. Вот давайте напишем pet info. И черт, я не знаю, лава кьюб вроде называется, pet/pet, лава кьюб, да, если не ошибаюсь, или я просто не помню. Да, лава кьюб и за мной следует сейчас теперь, да, или нет? Лава is now is in wild pet type. Что, я не знаю, как он называется, если честно. Блин, черт побери, я не знаю, как называется на английском, поэтому, ух ты, сколько вещей, черт побери. Вот лусь пусть будет за мной ходить мой супер шикарный зомби. Хорошо, давайте еще раз кроем
кейс с донатом. Увы, я не могу их почему-то выдавать, потому что я не знаю почему. Может, какое-то что-то я сломал, но ничего страшного. Я в следующих видеороликах буду раздавать эти ключики. Также давайте откроем еще один кейсик. Ну-ка. Ну, давай, геймушка. Ой, это уже по стандарту, когда я открываю кейсы в CSGO. Дополнительный шанс. Я это знаю, потому что это дополнительный шанс. Еще разочек. Господи, сколько на меня набросилось людей. Ничего страшного. Сейчас мы узнаем, что нам попалось. Ну-ка, давай, дружище. Это крылья элитры, это полет. Все, последний раз открываю и будем заканчивать на этот видеоролик, потому что вы, наверное, уже устали и хотите сами попробовать открывать кейсы в Minecraft Pocket Edition. Стоп, какой Minecraft? Опять полет. Ну, ничего ж себе. Полет вроде бы стоит 25 рублей. 25 рублей или больше, или 30 рублей. Ну, я не знаю, честно. Нужно это потом почекать, посмотреть. Ну-ка, давай. Что-нибудь. Какой-то супер шикарный. Палка это вроде бы статус горячий. Понятное дело. Я просто секси. Я просто горячий человек. И вы даже не можете устоять против меня. Наверное. Ну ладно, друзья, давайте будем на этом заканчивать. С вами был я, Неркин. И со мной была куча разных людей, которых я вообще очень сильно люблю, которым я дам ключики. Если вы также зайдете на этот сервер, я тоже вам дам ключики. Вот над кем-то вообще эффект того, что над нем парят алмазы. Черт побери, вы бы не хотели, чтобы вы и шли, и за вами падал дождь алмазов. Это же шикарно. Я даже не знаю, честно. Вот мне вот было бы это просто шикарно, супер круто. Ладно, на этом все. Вот с вами были также я, мистер Слайн. Также под Хаунг, потом Костя, и также Мистер Секрет и мой зомби. Всех очень сильно люблю, а вот также... Стоп. Нет, все, вроде бы всех назвал. Всем спасибо, что были со мной на ролике, хотел сказать, на стриме. Скоро будут стримы, так что присоединяйтесь к нам. Я вас всех очень сильно люблю, всех целую, всем до скорых встреч. Всем пока!